Всем большой приветик! Продолжаю показывать интересные украшения с AliExpress. В прошлом видео я показывала вам всякие кулончики и украшения на шею. Обязательно переходите, если вы не смотрели, и вы увидите вот этот прекрасный гранат. В этом видео я вам покажу несколько брошек, которые я недавно получила. Давайте начнем. И начну я с вот этого смешнючего хамелеона. Он такой оказался крупненький, но в брошках я это очень даже допускаю и люблю. Я люблю как маленькие, так и крупные броши. И вот этот хамелеончик для меня, ну вот, по размеру с рукой нет, так непонятно, да? Сейчас возьму линейку. Так, ну, порядка 6 сантиметров в высоту и по веточке, если, то 7,5 сантиметров, а если самого хамелеона, то около 6 сантиметров в ширину получается. То есть достаточно он крупненький. Это клееные стразы, это не инкрустация, кажется. Да, так и есть. Но сделано очень-очень аккуратно. И стоил этот хамелеончик, соответственно, не очень дорого. Сзади у него замочек для броши. И также есть статичный бейл для того, чтобы можно было подвешивать как кулон. Но я планирую носить именно как брошь. Классный такой, многоцветный. По-моему, там была еще какая-то расцветка. Я просто его уже очень давно заказывала. Ну как, несколько месяцев. Поэтому точно не помню, кто там еще был. Но мне вот эта расцветка очень понравилась. Классный, качественный, рекомендую. Давно смотрела на вот эту брошку. Снегирек такой. Все как-то откладывала, потом. Ну, взяла в этот раз. Такой вот он хорошенький, такой объемный достаточно. Не тяжелый, не огромный. Я бы даже сказала, ну, такой, не то что миниатюрный, но средний. Так, от кончика хвоста до кончика клюва 4 сантиметра в ширину. Ну, то есть такой он, не крупный. Выглядит и сделан аккуратно. Перегородочки вот этой вот эмали тоненькие. Каких-то жутких наплывов я не вижу. Единственное, на веточке, ну да, вот с самого снегиря, это уж если совсем, знаете, так всматриваться, с самого снегиря на веточку немножко эмаль перетекла, но этого даже особо и незаметно. Сзади замочек аккуратный. Вот такой вот малыш. Очень-очень хорошенький. Еще покажу вам вот такую модель. Так. Это клееные стразы, но тоже очень аккуратненько сделано. Одна такая бирюзовая бабочка с такими лавандовыми краешками на крыльях. И вторая в розовых оттенках. Очень аккуратненько и симпатичненько сделаны. Небольшой размер тоже. Ну, раз уж начали мерить, то давайте мерить. Около 3 сантиметров в ширину. Высоту чуть больше. Где-то 3,8 по крайним точкам. Вот такая вот поближе покажем. Очень аккуратненько стразы установлены. Красиво переливаются. Такая вот прелесть. Так, как-то вытащить надо. Сзади тоже вполне аккуратно сделано. Короткий штифт, ну, потому что сама бабочка небольшая. Вот. Следующая брошечка. Тоже со всякими кристаллами. Вот такой вот цветочек. В центре это фианит, а на лепесточках, по-моему, это стразики. Ну, тоже очень так сияют хорошо. Может быть, и маленькие фианитики. Да. Сложно, в общем, понять. Я всматриваюсь. Ну, может быть, это не имеет огромного значения. В любом случае, выглядит очень хорошо. Сделано очень аккуратно. Здесь искусственная жемчужинка у основания. Так. Сзади замочек, что ожидаемо, расположен вертикально. И если сильно нравится, то, наверное, можно надеть как кулончик. Вот так продев через замочек, как через бейл. Цепочку. Ну, хотя здесь тогда будет спереди все равно виднеться этот замок. Нет, наверное, все-таки лучше как брошь только носить. Так. Вот я чуть-чуть убавила свет, чтобы поярче сияли камешки. Придерживаю снизу, потому что иначе вывалится.
В принципе, знаете, сзади есть отверстие. Поэтому может быть, что это все фианитики, даже в лепесточках. Вот такая вот прелесть. Насколько я помню, были какие-то цветные варианты вот этой модели тоже. Но мне показалось, что я хочу именно бесцветные камешки в этот раз. Еще вот такая вот брошечка с бесцветными камешками. Давно уже вижу эту модель и тоже давно хотела заказать. Она маленькая. Так, 2,6 примерно. 2,6 сантиметра по крайним точкам. Но так как она не полностью, да, ой, так как она не полностью забита камешками, она более ажурная, то она и еще меньше кажется из-за этого. Изящнее, как-то миниатюрнее. Очень классно сияют фианитики. Все закреплены в таких цапках. Очень ажурно выглядит, аккуратно, так ювелирно, еще из-за своей миниатюрности. Ну и здесь крошечный замочек. Вот такой. Насколько я помню, такая же модель была предложена также в варианте гвоздика. Да? То есть не вот такой замочек, а просто гвоздик, на который вот так заглушка он насаживается. Видимо, кому как удобнее. Но я выбрала вот такой замочек. Вот, прелесть. Снова бесцветные фианиты. И в этот раз вот такая вот звездочка. Точнее, можно сказать, контур звездочки. Видите, у нее пустая серединка. Контур из металла цвета родия, заполненный бесцветными камешками. Простая, но мне кажется, такая прикольная, какая-то стильная по-своему. Давайте уже измерим чуть-чуть меньше 4 сантиметров по крайним точкам. Ну, такая вот хорошенькая. Так, снимаем. Здесь сзади сплошные стенки и спинки. Вот. И застежка. Проверяем. Я, кстати, ее сама еще не вынимала. Вот такая вот милашка. Эта фирма или этот магазин. Уже покупала я брошку. Она у меня на другом олене сидела. Я вам уже ее показывала. Ой, да, лопата бриллиантов. Она тоже бывает в серебристом цвете металла. Я взяла вот такую золотистую. Смешная лопата. Люблю ее. И вот от этой фирмы у них есть много недорогих, но качественных, красивых брошей. И в этот раз я взяла еще такие. Сейчас покажу, распечатаю. Такая вот прелесть нежнейшая. Посмотрите, это тучки. Тучки, из которых идет дождик. И за которыми есть радуга. Ну, радуга такая усеченная, так скажем, всего три цвета. Ну, выглядит очень гармонично, нежно. Одна тучка полая, пустая внутри, вторая полностью инкрустирована фианитами. И это не клей, они там, это именно инкрустация. И вот такие капельки, как бы дождя, подлиннее такая из двух элементов, подвесная из одного элемента и встроенная, неподвижная. Ну что за прелесть, что за красота. Так, надо снять вот такой вот замочек. Да, он на одну сторону только застегивается. Я пыталась во вторую полужопе тоже его застегнуть, но там, ну, как бы нету крючочка. Вот. Такой длинный, хороший замочек. Видите, сзади тоже отверстие под камешки. Все очень аккуратно сделано. Выглядит тонко, изящно, мило. Просто прелесть. От этой же фирмы уже знакомой. Вот такая птичка. Эта птичка была тоже в серебристом цвете металла. И вот такая, как я взяла, в золотистом цвете. Она такая прикольная, так хвост распушила. И что-то там держит в своем клювике. Сидит на веточке, а в конце веточки тоже есть камешек. Все так красиво, аккуратно отполировано. И очень красивая, богатая инкрустация. Фианитиками. Так, тоже отстегнем. Вот сзади замочек длинный, кстати, тоже. Вот, можно, наверное, под разными углами. Хочешь так застегнуть, хочешь как-то так. Вот. И тоже отверстие под камешки. Глазик в виде черненького фианитика.
прелесть. Вот такая золотая рыбка. Такую я видела, по-моему, у Оксаны Буны. И это такая прелесть, которую обязательно надо брать, если вы любите брошки. Она объемная. И вся-вся полностью инкрустирована фианитами. По-моему, она тоже была и в серебристом цвете металла, и в золотистом. Но мне захотелось в золотистом в этот раз. Очень аккуратненько, опять же, все камешки установлены. Инкрустация. Сзади замочек. И вот посмотрите, какая она объемная. Внутри отверстия соразмерные. Мне нравится, как у нее хвостик сделан. Прям вот такое тельце и хвостик в движении. Вот как рыбка плывет, она виляет хвостиком там на поворотах. И вот у нее также сделано. Красавица. Так, и еще покажу вам в этом видео вот такой цветочек. Это розочка, как бутон полураскрывшийся, да, с листиками и несколько вот таких вот шаричков добавлено. Тоже полностью инкрустация фианитами. И сзади вот так. Тоже высокий длинный замочек. Очень изящная такая розочка, аккуратная-аккуратная. Что-то я давно не измеряла, да? Что-то забыла измерять. Она в ширину совсем небольшая, около 1,5 сантиметров. И в длину приблизительно 5, ну где-то 5,2, вот так. Вот такая вот изящная, аккуратная вещица. На сегодня это все. Надеюсь, вам понравилась моя демонстрация. Надеюсь, вам понравились какие-то брошки, и вы что-то выберете для себя. Я вам желаю удачных покупок. Пишите, пожалуйста, что вам понравилось больше всего. Мне будет очень интересно почитать. Жду ваших комментариев, лайков, подписок. И всем удачных покупок и всего самого наилучшего. Пока-пока!